Что мы сделаем? Ага. Левую ногу вот таким вот образом к себе прижимаешь. Хорошо, давай. Ага. Так, давай. Угу. Левая нога к себе, правая вот такая. Мы правую руку, да, садись. Правую руку засовываем между пальцами правой ноги, начиная с мизинца. Так. Сейчас, поближе к тебе сяду. Засунул пальцы. Вот, вот такой захват. И начинаем пытаться и пальцы вперед сгибать, и ступню на выдохе. А вдох к себе. Левая рука тоже работает. Она захватила и выдох, и потом вдох на себя. Так, молодец, да. Несколько раз. Мы словно пытаемся ступню в трубочку свернуть. Ага, хорошо. Теперь левая нога вперед, левая. Левая рука поверх ноги, правая вот таким вот образом. Впереди левая нога, левая рука снизу под правую. Да, правой рукой, правой, растираем от пятки к мизинцу. Отлично. Спинка ровная, спина ровная. И левый носок на себя. Теперь ребром. Правая рука трет ребром. Да. Теперь правой рукой перехватываем и левая от пятки ко всем пальцам. Теперь мы правую положили и вот этим местом на левой руке и кончиками пальцев. Мы захватываем за мизинец, защипываем складочку между пальцами и делаем вытягивающее движение. С каждого пальца по два раза, перемещаясь к большому. Да, молодец. И левая рука на подошву, правая на подъем. Сделали вытягивание. Вывели руки налево, представили вспышку и мелкие вспышки огней. С одной стороны, с другой стороны. Угу. Теперь нам нужно переместиться с упором на локти. Мы берем себя за ягодицы. Смещаемся на правый локоть, на левый локоть и вот в такое положение. Да. Левый носок на себя. Правая нога вперед на весу. Отлично. К себе выдох и медленно вперед на вдохе. Носок острый. Так, отлично. Выдохнуть, вдохнуть. Несколько раз. Не спеши.
Окей, ногу согни правую, аккуратно мы присаживаемся, берем за правую все еще и начинаем вверх на вдохе потянуться и согнуть ногу на выдохе. Вверх это вдох, к себе выдох. Так, вижу, работаем. Выдох к себе, вдох вверх. Выдох и вдох. Ну и вверху ногу оставили. Держимся двумя руками, левый носок на себя. Да. Глаза закрываем, пытаемся натянуть правую ногу под коленом. На вдохе мы чувствуем лоб, на выдохе внимание туда, где тянется сильнее всего, в правой ноге. Правую ногу кладем на линию правого плеча вниз. То есть ноги у нас на ширине не вместе. Правой рукой зафиксирую сверху. Левая за правую. И качнули правой ногой. Сам качнулся. Голову свешиваю, шею расслабляю. И тянемся вперед. Ты остался, я посмотрю, как у тебя получилось. Так, отлично. Левый носок чуть-чуть на себя. Левый носок. На вдохе мы чувствуем ногу левую. На выдохе правую. Фиксируем минуту. Счет. И раз. Десять. Двадцать. Тридцать. Сорок. Пятьдесят. Шесть, десять. Держась за правую ногу, спину потянуть назад. Аккуратно проглаживаем, сгибаем ее, и будут у нас перекаты. Мы возьмемся за правую ногу, аккуратно лечь, левую ногу поднять, носок острый. Без удара сесть, носок на себя. О, отлично. Назад это вдох. Вперед это выдох. Не спешим.
Остаемся лежать, затылок лежит, левая нога вверху, носок острый. Левая нога по отношению к полу 60 градусов. Сорок пять, тридцать, пятнадцать, десять, пять. Голову поднимаем, носок на себя и пятка. Десять, пятнадцать, тридцать, сорок пять, шестьдесят, девяносто. Левую ногу клади, вытягивай вперед. Левой рукой берись снизу за большой палец правой ноги, и правая нога пошла налево. Прямая, подошву вниз, а правая рука направо ладонью вверх. Мы смотрим направо. Ты остался, я посмотрю. Так, да, отлично, молодец. На вдохе мы чувствуем живот. На выдохе поясницу. Мягко дышим. Десять. Двадцать, тридцать, сорок. Пятьдесят, шестьдесят. Поправляем положение таза. Ладошки в пол, пальцы растопырить. Правая нога на весу и вращаем бедром наружу. И изнутри наружу правой ногой. Так, да. Можно сильнее. Ладони в пол, чтобы таз не раскачивался, и вращения здесь такие мощные. Да, чуть-чуть быстрее. Теперь голову подними и левая рука на бедро. Левая рука на бедро. Правая изнутри за ступню. Вот. Таз мы не поднимаем, левой давим, правую ногу пытаемся тянуть к полу и смотрим налево. Вот оно, да. Левый носок сильнее на себя. Держим. Десять. Двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят. Шестьдесят. Ладошки в пол, пальцы растопырить и правое бедро. Мы правым бедром вращаем вовнутрь. Так, да. Левый носок на себя сильнее.
Ладони плотно, пальцы растопырь. Теперь нога правая согнута, колено пошло налево, а носок в подколенной ямке. Левое на правое колено, правая рука в сторону, ладонью вверх. Останься, я посмотрю. Так, да, оно, отлично. На вдохе мы чувствуем руку. Правую, на выдохе грудной отдел позвоночника. Середина. Теперь мы левой рукой беремся за правую пятку. Правой рукой, указательным, средним, большим пальцами за большой палец правой ноги. И попытайся тянуть правую пятку к плечу, а правый локоть за голову, за затылок. Вот. Так. Теперь смотри, присядь. Сейчас поближе к тебе перемещусь. Правая рука, вот, большой палец, точно. Вот так вот. За большой палец ноги. Левая за пятку. Да. И локоть вот так вот попытался. Да. Попытался затылок засунуть под него. Вот, молодец, да. Так, ага, отпускай. Сейчас мы сделаем одно подготовительное движение. Правую ногу делай ближе, левая сверху. Так, и правая рука, вот мизинец правой руки, он пойдет назад. Да, левая за локоть. И ты пытаешься затылок, голову тянуть назад и смотреть вверх. Угу. Так, держим. Да, шею изо всей силы тяни вверх. И назад. Окей, окей. Делаем теперь второе действие. Второе. Тоже посмотри. Потом мы сделаем. Мы аккуратно ляжем, после чего возьмемся правая рука сверху, левая на правую, и потянем пятку к плечу правую, правую ногу к левому плечу по диагонали. И потом мы перехватим, как перехватывали, вот так вот за большой палец, и постараемся повести затылок за голову. Бери себя под колени, аккуратно на спину, левой рукой берись за пятку, правая сверху от потолка на лодыжку, после чего перехватывай удобнее и тяни пятку в направлении левого плеча. Останься, я посмотрю. О, отлично, да, оно. Держи. Растягиваем выдохи, довытягиваем. И
левая за пятку, правая за большой палец ноги. Голову поднимай и попытайся правым локтем от макушки потянуться, насколько получается, за затылок. Да, держи. Аккуратно освобождай. Берем себя мы под колени, присаживаемся. И левая нога к себе. Вот таким вот образом. Выходим в выпад мы с правой ногой впереди. Правая нога впереди. И сейчас мы немножечко разогреем коленку и лодыжку. Левое колено поднимай, левое в воздух, да. Правую ногу выпрямляй, корпусом иди к ноге. Это выдох. Потом мы правую ногу сгибаем и смотрим вперед на вдохе. Да, а сзади нога прямая. Выпрямить нога прямая, согнуть переднюю, сзади выпрямляй. Вот, да. Вниз это выдох. Вперед это вдох. Не спешишь. Ставь сзади колено на пол, правую ногу сгибай коленом вперед. И сзади ногу выпрямляем, насколько получается. О, молодец. Теперь правая нога идет вперед, чтобы голень стала параллельно коврику. Вот. Левой рукой на ступню. И головой мы идем к ступне, насколько получится. Пока что это все, ты остался, я посмотрю. Вот, молодец, приподнимайся. Теперь правой рукой закрывай правое колено. Локоть в сторону и глубже идем, правой рукой отталкиваемся. Ты остался, я посмотрю. Вот, молодец. Здесь фиксируем минуту. Десять. Двадцать. Тридцать. Сорок. Пятьдесят. Шесть. Десять. Сзади ногу подтянул. Вперед. Правую сделал ближе. И работаем с пальцами левой ноги. Засовываем, начиная с мизинца левой руки, между пальцами левой ноги. Пальцы. Как можно глубже. И сейчас мы будем и пальцы сгибать, и пытаться ступню тоже вперед выводить. Это выдох и вдох к себе. Помогаем рукой правой. Не спешим.
С этим мы завершили. Правая нога вперед. Правая рука сверху колена. Левая на правую руку. И левой рукой будем тереть ладошкой от пятки к мизинцу. Трем мы левой рукой по левой ноге. Правый носок на себя. Да. Три сильно. Ребром. Левой перехватили в районе лодыжки и правую от пятки ко всем пальцам растираем. С напряжением. Теперь мы левую ногу кладем и правой рукой, основанием большого пальца и подушечками, начиная с мизинца, захватить и вытянуть вперед от себя, зацепляя за складки между пальцами. Так с каждого пальца по два раза мы перемещаемся в сторону большого. Ага. Так. И правая на подошву, левую, левая на подъем, вытянули, раз, вывели направо, представили вспышку и мелкие вспышки огней с одной стороны, с другой стороны. Левой рукой беремся за левую ягодицу, смещаемся на левый локоть, на правый локоть, контроль правой ступни, носок на себя. Работаем с левой, к себе это выдох, и носочек острый, вперед это вдох. Не спеши, да. Вот, молодец. К себе и вперед. Еще немного. Теперь мы сели, взяли за левую ногу и начинаем. Вверх левая нога, вдох, контроль правой ступни, носок на себя. Выдох к себе. Вдох и выдох к себе. Не спешим. Левая нога вверху. Выпрямляй. Прямая. Правый носок на себя. Глаза закрывай. Лицо расслабляй. На лице улыбка. На вдохе мы чувствуем носок и макушку. Ну и на выдохе внимание туда, где тянется сильнее всего, туда внимание. Еще немного.
Глаза открывай и левая пятка на линии левого плеча. Раз. Левой рукой перехватил. Два. Правая изнутри зафиксировала. Ногу вывели вперед, качнулся, ягодицы из-под себя убрал, и голова свешивается вниз. На вдохе мы чувствуем ногу правую, на выдохе левую. Мягко дышим. Да. Держим. Минута. Десять. 20. 30, 40. Шесть, 10. Держась за ногу, мы спину потянули назад. Раз. Прогладили. Два. Плечи вверх, назад. Три. Ногу согнули. И сейчас будем мы аккуратно держать за левую ногу. Перекатываться. Назад. Это у нас вдох. И правая нога поднялась, носок острый. Вперед без удара правой пятки, выдох. Так. Вдох. Да. И выдох. Теперь смотри. Правая нога. Как у нас? Ложимся, носок четко острый. Раз. Садимся, носок четко на себя. Да. Вот это. Вдох. Назад. Выдох без удара пяткой вперед. Это усиливает концентрацию внимания, работа со ступней. Вперед. Назад. Да. Концентрация внимания. Внимание. Чтобы рассеянности не было, да? Остался лежать. Правую ногу вытягивай вперед, это раз. Плотнее левую ногу прижимай к себе. И мы снова подняли правую ногу, и будут углы по отношению к полу. Правая нога, 60. Держи. 45. 30. 15, 10, 5, голову поднимай, носок на себя, 10, пяткой, 15, 30, 45, 60, 90, правая нога вперед, правая рука снизу за большой палец левой ноги. И левая подошва пошла у нас направо. Мизинец тоже уперся. А левую руку мы выкладываем налево ладонью вверх. Ты остался, я посмотрю.
Отлично, молодец. На вдохе мы чувствуем живот, живот надуваем. На выдохе чувствуем поясницу. Дышим. Отпускай ногу, поправляй положение таза, ладони в пол, пальцы растопырить. Левая нога на весу, носок на себя, правый носок на себя. Вращаем левым бедром наружу, наружу, снаружи. Тщательно, темп немедленный, средний. Да. Правая на бедро сверху, левая от паха за ступню. Да. Смотрим направо, правой рукой давим, левой рукой давим, держим. Голова ровно, ладошки снова по бокам от таза, и левой ногой мы вращаем вовнутрь. Ладошки упирай так, чтобы таз пытался не раскачиваться, то есть плотно. Достаточно. Левая нога, согнутая в колени, коленом пошла направо. Левая рука налево, ладонью вверх. На вдохе мы чувствуем руку левую, на выдохе грудной отдел позвоночника. Да, все, держим. Минута. Десять. Двадцать. Сорок. Пятьдесят. Шесть. Десять. Поправляем положение тела. Берем себя под колени, присаживаемся. И левая нога ближе. Правая нога перед левой. Левая рука мизинцем ближе к затылку.
пошла назад. Правую руку зафиксировал, да. И пытаемся мы голову тянуть назад, а смотреть вверх. Выдохи растягиваем. Аккуратно освобождай. Правая нога вперед. За большой палец левой ноги берись левой рукой. Правой берись за пятку. И постарайся левый локоть повести к затылку. А левую пятку к правому плечу. Так, все, давай, пытайся. Середина. Бери себя под колени. Аккуратно ложись. Правая рука за пятку. Раз. Левая сверху от потолка за лодыжку. И тянем левую ступню к правому плечу. Держим. Еще немного. Теперь снова берись за большой палец левой ноги. Голову поднимай и пытайся левый локоть повести за затылок. Левый локоть за затылок. Так, смотри. Ага. Сядь, посмотри. Левая нога, левая рука, все левое. Вот ты берешь, вот так вот, правой рукой перехватываешься. И одноименный левый локоть к затылку. Одноименный левый локоть. Вот, да. Давай, ложись. Правая за пятку, левая за большой палец ноги, голову поднимай и левый локоть тяни за затылок. Вот оно, искомое. Аккуратно отпускай, снова бери себя под колени. Мы присели. Правая нога к паху. Поднимайся. И делаем выпад. Помнишь про заднюю ногу? Ее надо выпрямлять под коленом. Колено от коврика. Да. Начинаем. Левая нога выпрямилась. Это выдох. Согнулась. Посмотрели вверх на вдохе. Вот, молодец. Да. И так несколько раз. Темп тоже средний, не совсем медленный, чуть-чуть побыстрее. Потихоньку заканчивай, ставь правое колено, вытягивай левое колено вперед. И мы сильно проводим правую ногу назад. После чего левую ногу выводи вперед, голень параллельно коврику. Левая рука пока что на полу или на коврике. Да, молодец. Правой рукой зафиксировал ступню и начинай потихонечку к ней идти.
Все, держим. Да, растягиваем выдохи. Минуту. Удлиняем выдохи. Десять, 20, 30. Голову приподними, левой рукой зафиксируй колено, локоть немного в сторону. И глубже пошли по ступне вниз вперед. Потихонечку поднимайся, ноги выводим вперед, берем себя за колени и руки натянуты назад у нас вдох, вперед у нас выдох, не спеши. Покачаемся на пояснице, да, руки прямые, ноги упираются в ладони, и за счет этого руки выпрямляются. Угу. Между икроножными мышцами и бедрами 90 градусов. Перехватился снизу за ступни. И вытягивайся вперед головой к ступням. Держи, да. Головой немножко покачай, чтобы шея расслабилась. Чуть вверх, чуть вниз. Да. И это положение мы пока что зафиксировали. Десять, 20, 30. Сорок, 50, 6, 10. Перехватываемся над лодыжками. Спину тянем назад. Ладони на колени, плечи вверх на зад. Колени делаем вместе. Раз. Правая рука на левое колено. Левая на твердые пальцы сзади. Тянешься макушкой вверх, смотришь за левое плечо. Да, держим.
Теперь правая нога вперед, левая нога к себе. Левая нога, да. Это чтобы встать боком, упереть левое колено, вывести вперед правую ногу. Да, молодец. Правой рукой за левое запястье и правый бок сжимаешь, точно левый бок растягиваешь. Смотрим из-под левой руки. Пока что все это известно. Растягиваем выдохи. Теперь упирайся левой рукой вниз. Левую ногу клади под правую. Отлично. Правой рукой возьми за большой палец правой ноги. Потяни правую ногу вперед, а потом до предела вверх. Вот. И смотри снизу. Аккуратно ее клади. Левое колено ставь. И идем к правой ноге. Ноги на ширине таза, правой рукой берись за правую ногу и потихонечку довытягивай себя вперед к правой ноге. Приподнимайся, левая рука на затылок, правая на спину. Захват в замок и корпусом идем вперед вниз по правой ноге. Держи длину. Да, отлично, молодец. Сзади носочек на себя, левый носок на себя. Вот, точно. Отпускай. Правая нога к левой. Ягодицы к пяткам. Левая нога вперед. Правое колено вверх. Правой рукой упираемся в колено. Пятку ведем вниз, колено ведем вниз, корпус ведем вниз. Вот, да. Теперь посмотри на пальцы левой руки, они направлены вперед. Пальцы левой? Да, вот так вот. Правое колено мы поставили, левую ногу подтянули и правый носок сделай острым. Правой рукой берись за колено, левая сзади на твердые пальцы. И потяни правый подъем. Теперь садимся мимо правой пятки. Левую ногу выводи назад. Так, левая нога назад. Точно. Немножко боком тебе развернусь. Левую ногу согни и попытайся вывести пятку с внешней стороны бедра. Вот так вот. Да. И левая половина корпуса пытается пойти вперед-вниз. Аккуратно левую ногу выводи к себе и левую ногу мы кладем в сгиб правого тазобедренного сустава. Вот так. Да. Икроножную мышцу вытащи левую, вот таким вот образом левая рука засовывается и пытается ее вытянуть. Да. Теперь руки перед собой и таз мы не отрывая,
мы как будто отталкиваемся от коврика, чтобы таз прижать. В этом положении пытаемся аккуратно пойти вперед-вниз, расслабляясь. Ты остался? Я посмотрю. Ну, отлично, да? И попробую представить мягкую, мокрую тряпку, облепившую угол стола. Вот как будто стол тряпочкой протирал, влажной, теплой и мягкой. И она осталась ей удобно лежать на краю стола, на углу стола. И вот мы, как теплая, мягкая тряпочка, обмякнуть на выдохе, обмякнуть на выдохе, обмякнуть на выдохе. Потихонечку поднимайся, обе ноги перед собою, вот так вот. Левая рука на правое колено и твердые пальцы по линии правой ягодицы назад. Тянешься макушкой вверх, смотришь за правое плечо. Мягко дышим. Раскрутился, вперед левое, к себе правое. Мы поднялись на правое колено, уперли левую подошву, левой снизу берись за правое запястье, вверху правая рука, большой палец в кулаке, левый бок сжимаешь, смотришь из-под правой руки вверх. Держим. Теперь правую руку упирай ладошкой, правую ногу клади под левую. Да. Левая рука за большой палец левой ноги. Сначала перед собой, потом вверх. И взгляд снизу. Кладем. Ставим правое колено. Разворачиваемся вперед к левой ноге. Фиксируем левую ногу. И корпусом идем вперед-вниз. Растягиваем выдохи. Так, да. Правая рука к затылку. Раз. Левая к замок справа. Корпус повели вперед-вниз. Аккуратно освобождай.
Левая нога к правой. Раз. Колени вместе, носки вместе. Ягодицы к пяткам. Правая нога вперед. Левое колено на весу. И левой рукой упирайся в левое колено. Правая рука, да, молодец, пальцы сделал правильно. Тянем одновременно пятку левую к полу, колено к полу, корпус вниз. На вдохе мы чувствуем все тело. На выдохе левая половина тела, правая половина головы. Колено левое дотянул, правую ногу подтянул, левый носок сделал острым, садись ягодицей к пятке. Левая на колено, правая сзади на твердые пальцы. Потянуть левый подъем. Да, держи. Лицо расслабляй. Садись мимо левой пятки. Правую ногу мы ведем назад. Перехватываемся, да, и пытаемся повести правую пятку с внешней стороны бедра вниз, растягивая выдохи. Аккуратно правую ногу выводи перед собой и клади ее в сгиб левого тазобедренного сустава. Обязательно икроножную мышцу вытащи. Так, да. Вытащил мышцу. Смотри, правая рука делает вот такое вот движение, чтобы колено не распирало мышца. Да, руки. Ладошки упирай так, чтобы ягодицы прижать к полу за счет рычага рук. И продолжая упирать ягодицы, медленно пошел вперед-вниз, насколько пустит тело. Держим, тянем, отлично. Руки чуть-чуть шире. Это уже, смотри. Вот, да. И пытаешься расслабиться. На выдохе нужно обмякнуть. 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 Ладошки к коленям, голову в себя, ладошки на колени, плечи вверх назад. Ногу освободил, дальше посмотрел. Посмотри, пока не делай. Сейчас я вот так как-то по диагонали к тебе сяду. Ага, получается. Ладони сильно возьмутся за ягодицы. Это первое положение прогиба. Второе положение. Руки сильно давят локтями большие пальцы в кулаки. Третье.
Пальцы вокруг головы, голова поближе к тазу. Четвертое. Правое. Сгиб левого локтя. Левое. Сгиб правого локтя. Потом наоборот. Левое. Сгиб правое. Сгиб локтя. Снова пальцы вокруг головы, снова голова поближе, руки в замок, замок от себя. Пальцы вокруг головы убирают прогиб, раз, вытягивают шею, два, подтягивают ногу левую, берутся за ногу правую, кладут затылок и дотягивают правую ногу на себя. Попытаемся. Бери себя под колени, ложись на спину. Левую ногу вытягивай вперед, жестко носок на себя. Да. Бери себя за ягодицы и голову поближе к тазу. Вот, да. Сильнее носок на себя левый, сильнее подошва правая в пол. Глубже прогиб. Пытаешься дотянуться до таза. Дышишь. Вот это как раз для сердца. Упирайся локтями, большие пальцы в кулаки, кулаки к потолку. Вот, да, молодец. И изо всей силы толкайся локтями, то есть это напряженное расправление груди. Так, молодец. Пальцы вокруг головы твердые. Локти вверх. Вот. Нет, кончики пальцев. Кончики. Кончики. И это кулаки. Вот. Да, пытаешься прогнуться. Так, отлично. Правая рука в сгиб левого локтя. Правая рука в сгиб левого локтя. Да, прогнулся. Сохраняй прогиб, дыши. Левый носок на себя. Наоборот. Левая рука в сгиб правого локтя. Да. Сильно тяни локти от головы. Пытайся головой упираться, шеей упираться. Снова пальцы вокруг головы. Глубже прогиб. Глубже прогиб. Пальцы вокруг головы. Глубже прогиб. Глубже. Левый носок на себя еще глубже. Предельно расправил грудь. Руки в замок, замок выворачивай от головы, тяни. Кисти в замок, смотри, раз, два, но это в прогибе. То есть тебе надо прогнуться. Хорошо, пальцы вокруг головы, снова сделай прогиб. Пальцами упрись вокруг головы и прогнись. Прогнись. Сохраняя прогиб, бери в замок. И замок от головы. Пальцы в замок, кисти от головы. Сядь, посмотри, посмотри. Вот что нужно сделать. Так, меня видно, не видно? Видно. Раз, два, три. Подержать. Четыре, пять. Вытяжка шеи. Ага. Увидел? Хорошо, давай, ложись. Прогнулся. Замок, да, замок от головы. Вот оно, да, держи, фиксируй. Дыши 30 секунд. И раз. Десять. Двадцать. Тридцать. Пальцы вокруг головы, убирай прогиб. Пальцы вокруг головы, убирай прогиб. Ногу левую подтягивай, а за правую берись и тяни, как будто шпагат. Да. За правую взяться, затылок положить. И тянуть ногу на себя. Растягивай выдохи.
Левая нога в воздухе, носок острый, 30 градусов над полом, то есть не высоко, да, чуть ниже. Правую согнул, левую положи, левый носок на себя, перехватывайся за правую ногу, тяни правую ногу на себя. Так, держим, фиксируем. Сгибай правую ногу, просто посмотри на меня, что мы будем делать. Левая рука за носок, правая под правой ногой, и потянуть по правому плечу правую ногу. Попробуй. Ложись на левый бок. Левой рукой берись за правый носок. Да, так оно. И пытайся сильно потянуть по плечу, пытаясь переместиться к животу. Да, пытайся выпрямить ногу, выпрямляй ее, держи. Ложись на спину, и мы на спине повторяем прогиб. Что это значит? Это значит, что мы левую ногу согнули, правый носок на себя. Бери себя за ягодицы, голову поближе к тазу. Держи. Отлично. Носок правой ноги на себя. На себя. Кулаки на руках, локти в пол. Локти упирай, прогибайся. Вот, молодец. Сильно упирай. С усилием пытайся грудь расправить. Еще немного. Пальцы вокруг головы, глубже прогиб. Упирайся пальцами вокруг головы, углубляй прогиб. Да. Левая рука в сгиб правого локтя, правая рука в сгиб левого локтя, локти от головы. С усилием расправляешь грудь. Тяни. Меняй положение рук. Правая рука в сгиб левого локтя, левая рука в сгиб правого локтя, локти от головы, с усилием. Пальцы вокруг головы, углубляй прогиб сильнее, глубже, носок на себя, нога под коленкой натянута. Руки в замок, прямые руки, замок от головы. Прогибе. Глубже прогиб. С усилием упирайся головой. Еще глубже, еще сильнее упирайся. Упирайся, упирайся. Держи. Дыши, дыши. Ощущай дыхание. Пальцы вокруг головы, убираешь прогиб. Бери руки в замок затылку, вытягивай голову вперед. Так, да, отлично. Ногу подтягиваешь правую, бери за ногу левую и тяни левую ногу на себя. Тяни. Правая нога в воздух, носок острый, 30 градусов над полом. Держим. Правую ногу клади, левую ногу сгибай. Перехватывайся за левую ногу. Дотягивай левую ногу на себя. Тянем. Растягиваем выдохи. Удлиняем выдохи.
левую согнул. Ложись на правый бок. Правой рукой перехватывайся за носок сверху. И по левому локтю, по левому плечу тяни левую ногу. Остался, я посмотрю. Да, отлично. Пытаемся ее родимую довытянуть. Аккуратно на спину. На спине носки вместе и головой потянулся между коленей. Ноги вперед под 45, руки замок от головы. Держишь, смотришь на живот. Группируйся и перекаты вперед-назад. Пытаемся приподниматься на плечи, приподниматься на ступни, руки в замочек. Назад вдох, вперед выдох. Поднимаемся на носочках, пятки вместе, колени в стороны, руки вперед, голова вниз. Оставайся в этом положении. Да, растягивай выдохи. Теперь нам нужно будет приподняться, ноги вместе, пятки вместе, а руки сделать чуть шире плечей. То есть это такой присед, да, ниже, взгляд снизу. И бакасана. Аккуратно вниз, ноги на ширине плечей. Перехватываемся за ступни. Несколько раз ребрами наползай на бедра на выдохе. Вперед выдох, назад вдох. Ноги выпрямляй и, качнувшись из стороны в сторону, мы ягодицы из-под себя убираем. Тянемся вперед по ногам. Фиксируем голову, покачай вверх-вниз и шею расслабь. Минута. Счет и раз. Десять.
20, 30. Пятьдесят. Шесть. Держась за ноги, спину потянул назад. Ладони под колени, голова в живот. Поднырнул вверх, плечи вверх назад. Левая нога ближе к себе, правая нога поверх левой. Ага. Теперь какую мы точку массируем на левой руке? Ага. Так, ближе к тебе подкрадусь. Вот, в основании большого пальца левой руки. Видно? Вот. Основание круглое, примерно центральная часть. Находишь самый болезненный участок. Это проекционная зона сердца. Большой палец вот здесь вот. Да. И массируешь. Когда найдешь, скажешь: да, нашел. Нашел? Больно должно быть. И хорошо его проминаешь, как будто там узелок, и ты его разминаешь. И концентрируешься на физиологическом сердце при этом. Растягиваешь выдох, представляешь не просто зеленый цвет, а цвет изумруда. Это темно-зеленый стеклянный цвет, изумрудный цвет. Теперь тоже поближе к тебе подойду. Большой палец вот сюда вот. Складка, да. И тоже хорошенько проминаешь эту точку. Она снимает эмоциональное напряжение. Теперь мы представляем, что изумрудный цвет начинает светиться. Как будто его освещает подсветка, фонарик. Теперь все то же самое, но на правой руке. Правая рука, левый указательный палец в центр ладошки. О! Да, рука правая удобная. Внимание в глубину груди, и все внутреннее пространство заполняет светящийся изумрудный свет. И точка, складка между большим пальцем и указательным. Подушечка большого пальца левой руки туда наложилась. Левая рука в проекцию. Да. На правой руке ты массируешь. Правая рука. Правая.
И левой рукой массируешь складку на правой руке. Да. Плечики ровные. Яркое изумрудное свечение, подсвеченное изнутри. Достаточно. Сейчас мы попробуем с тобой такой дыхательный ритм. Вдох на 6 счетов. Это и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Это вдох. Потом грудь поднимается, подбородок наклоняется и втягивается вовнутрь. Затем выдох на 12 счетов. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять, одиннадцать, двенадцать. Задержка после выдоха. Грудь поднять, подбородок втянуть, живот втянуть. Вдох 6. После вдоха задержка 8. Выдох 12. Задержка после выдоха 4. Ага, руки удобно. Выдох через обе ноздри. Вдох и раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть. Подбородок к себе в глубину. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. И 7, и 8. Выдох. И раз, и два, и три, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9, и 10, 11, 12. Втянули живот, голову наклонили. И раз, и два, и три, 4. Вдох. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Не дышим. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Выдох. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, девять. И 10, 11, 12. Втянуть живот. И раз, и два, и три, и четыре. Вдох. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Не дышим. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь. И 8. Выдох. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и 10, 11, 12. Втянул живот. И раз, и два, и три, и четыре. На обеих руках указательные большие пальцы. Лицо расслабил, глаза закрыл. Мягко дышишь. Мягко и естественно. Улыбаемся, глаза открываем. Получилось у тебя в таком ритме дышать? Да. Когда будешь сам практиковать, нужно не меньше 15 минут это делать. Я на камеру это записываю, запись тебе скину. Вдох
считаешь про себя до 6. Потом, вот здесь смотри, какой нюанс. Обязательно грудь поднимается, а голова не просто наклоняется, но втягивается в себя. Потом подбородок освобождается, выдох, 12, живот втягивается. Если трудно, считаешь побыстрее. То есть я считал и раз, и два, ты тогда 1, 2, 3, 4, 5, 6, задержка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, втянул. 1, 2, 3, 4, то есть быстрее считаешь, да? Но пытаешься с этим ритмом работать. Если очень хочется вдохнуть, еще быстрее считаешь. Но удерживаешь это. 6, 8, 12, 4. Потом, если будешь продолжать дышать, месяца через 3 или через полгода станет легче. И когда станет легче, можно еще добавлять задержку. Вот. Там, по идее, предел, когда ты 16 делаешь на вдохе, долгий вдох, потом 32 на выдохе, на задержке после вдоха, потом долгий выдох, такой где-то, наверное, 24 счета идет выдох, и живот втягивается на тоже 16 счетов. Но убыстрять и форсировать не нужно, стремиться к чрезмерным задержкам. Здесь потихоньку, полегоньку взять вот такой ритм и дышать. Обязательно перед этим массировать. Эта точка, здесь эта точка, по минуте. Буквально считаешь про себя. И вот здесь представляешь изумрудный цвет. Зеленый цвет, да? Зеленый. Ну, смотри, у зеленого цвета много оттенков. Есть ярко-зеленый цвет листьев и травы. Это ярко-зеленый. А есть цвет бутылочного стекла, темный. Да, знаю. Да, изумрудный. Вот такой, только еще такой светящийся. Понятно? Вот, я тебе бросил ссылку на медитацию. Одна медитация идет 11 минут, недолгая. Вот ее можешь практиковать. Вторая, там разные треки по длине. Час, 30 минут, 20 минут, 6 минут. Их можно особо и не слушать. Главное, вот берешь 11-минутный и с ним работаешь. Понятно? Слушать в расслабленном состоянии. Можно при этом заниматься ходьбой, допустим. Идешь и слушаешь в ушах. Главное, чтобы вот здесь вот возникло ощущение изумрудного свечения. Причем не зрительное, а как будто оно изнутри так тебя распирает. Такое. И тогда сердце все будет нормально. Понятно? Вот. Да, вот то, что я тебе скину, вот наше занятие, тебе нужно до следующего нашего раза отсмотреть и хотя бы 3 раза сделать самостоятельно то, что мы сделали. Я тебе пошлю, но там единственный ракурс, все видно не будет, но слышно будет. Так как мы сделали, да, то ты восстановишь. Ну да, да, что-то есть, но вот сегодня оно собрано так, чтобы как раз убрать напряжение вот отсюда, с сердца. Вот этот прогиб, одно за другим. Здесь, видишь, они могут много быть похожи, но важна комбинация, что вот одно за другим так, и когда одно за другим так, то тогда убирается напряжение с сердца. Понятно?
Ну хорошо тогда. Вот, тогда я в течение дня тебе скину запись. Да, а ты скачай и послушай трек 11-минутный. Там написано 11 минут. Я уже слышал его. Да, вот, вот. Вопросы есть? Если будет что-то, пиши, либо посылай видео. Просто на видео себя отснял с вопросом, чтобы, допустим, не набивать. Мне послал. Хорошо? Все. Ну, условно, через 2 недели получается. Раз в 2 недели у тебя, да? Да, не думаю, что так мне пока самое лучшее. Хорошо. Ну, все тогда. Ладно. Давай, счастливо.